Привет, Незнайка! Привет, Знайка! А у меня есть сюрприз для тебя и для наших зрителей. Здорово! Я очень люблю сюрпризы! Сегодня мы будем учить букву Г. Поэтому на урок я позвал нашего друга Гуслю. А, привет, Гусля! Всем привет! А я вот знаю, что с буквы Г начинается название многих музыкальных инструментов. Например, гусля, гитара и губная гармошка. Ты знаешь, я очень люблю, когда гусля играет на гитаре. Незнайка, запомни, цирковым артистам накладывают грим перед представлением. Да-да, грим начинается с буквы Г. А еще иногда цирковые артисты отправляются на гастроли. И гастроли тоже пишется с буквы Г? Верно! Буква Г пишется легко и быстро. Повторяй за мной. Раз и два. Незнайка, мне кажется, ты очень талантливый и способный ученик. Спасибо, это все мои друзья, они мне помогают учить буквы. А, малыши и малышки, вы настоящие друзья Незнайки. Помогите ему и подскажите, какие еще слова на букву Г вы знаете. Пишите примеры в комментариях. До новых встреч, азя-базя!